Всем привет! Сейчас я пожарю оладьи сперва, потом кашу с это. Ребят, дышать нечем дома. Ой, сейчас оладьи буду жарить. Ой, господи. Всем привет! Жара! С утра жара! Ребят, проснулась 6 часов, не знаю, дыхать нечем. Сейчас оладьи нажарю. Дай, мне не зеленый, вам не знаю, оладушек. Вот, конечно, много написано это, но я сейчас все это спеку. Ой, мне сейчас это... Короче, ребят, сейчас мне это, как ее Танька скинула, там это прощание будет. Это, не знаю, какое-то телевидение или радио. Там уже это включено. Ну, включено, люди там пишут. Уже люди пишут. Я скинула в Одноклассники и в ВК. И в группу скинула. Уже люди пишут. Ну, не знаю, какое телевидение, я не знаю, ребят. Не знаю. Что за телевидение? Не знаю. Ну, я сохранила себе, чтобы не рыскать 10 раз Таньке не говорить. Сейчас пожарю. Ну, хочется посмотреть прощание. Ну, а что делать? Прощание хочется посмотреть. Сметана есть. Прям накалилась. Танька кинула. Я не знаю, что это за телевидение. Да, уже люди там, смотрю, пишут. Ну, естественно, сейчас пойду все. Ой, девки, один блин комом. Боже упаси, что я натворила. Один блин комом. Один блин комом. Ну ладно, сейчас сформирую, я его съем. Съем. Вот так. Да, мне не жирно, ребят. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Мои телепузики, мои сахарные заводы. Ольга Валерьевна 76 часов проснулась, лежала. Думаю, что лежать? Вставай, корова. Делай дела. Ну, дела никакие, сегодня воскресенье. Там эти бриджи повесила я. А, есть. Ой, какое. Что это такое? Так.
гляньте, какие жирненькие. Один плохо получился. Сейчас я его переверну. Я его съем. Не знаю, что это такое получилось. Бяка. Сейчас я. Ну, это перевернула не так. Девки, молока надо. Я давно молоко. Сейчас гречку еще разогрею. И яйца туда. И яйца туда. Мужские. Сейчас посмотрим, ребят, да? Ну, а что делать? Короче, я трансляцию кинула в ВК и в Одноклассники. Европу. Мне Танька кинула в личку. А я вам всем. Не знаю, что это за здание. Там не по-русски написано. Канал. Что за канал? Ну, честно, не знаю. Может, это радио? Не знаю, ребят. Ольга Валерьевна, надо терпеть. Ну, я один кусочек только. Сейчас я один кусочек. Это который не так, блин. Один, блин, кома. Вот это вкуснятина, ребят. Девки, приходите, девки. Девки, приходите. Пока горячие. Как лошадь делает. Я тоже. Как лошадь. Буду делать. Как лошадь буду делать. Господи, ну что это такое? Как лошадь. Так, ладно, хватит есть потом. Девки, бесподобно. Ребят, приезжайте. Да. Приезжайте, ребят. Девки, а компот у меня. Зачем я кофе буду делать? У меня же компот. Компот я сделала. Зачем я буду?
Ой. Ой. И что это такое? Это такое масло. Ой, блин. Можно ошпариться. Это масло такое. Ой, видите? Как щелкает. Ой. О, какие пышки. Вот это пышки получились. Гляньте. Вот это пышечки. Пышечки у меня. Угу. Пышечки. Ой, жара вообще. Я приглашаю вас на наш очередной выпуск авторской программы «Писагон ТВ», которая будет называться «Кровавая вольность Европы». Думаю, вы поймете, почему она так называется. С нетерпением жду нашей встречи. В Изюме после освобождения от нацбатов и ВСУ налаживается мирная жизнь. Алена Березовская отправилась сейчас, в освобожденный город и увидела, как... Все, я пожарила оладушки, а сейчас... Вот оладушки пожариваю. Сейчас это разогреваю себе немного каши гречневой и два яйца мужских. Возвращаемся в город Изюм Харьковской области. Ой, ребят, дышать вообще не... Сегодня у нас планы, конечно же, в первую очередь нас пригласил митрополит Елисей, это изюмский митрополит, для того, чтобы мы показали жизнь епархии, приход прихожан. Вот. Во вторую очередь мы планируем пообщаться с нашим городом, все-таки вот этот приезд, надеюсь, у нас сейчас все получится. За час до нашего прибытия был еще один, как рассказал боец народной милиции ЛНР, прилет на городской рынок. К счастью, людей там не было. Сейчас еще кофе сделаю. Телепузики, подождите. Забыла. Ну что, у меня сегодня завтрак плотный. Пожрем на камеру. Компот. Вот она, кастрюля стоит. Холодный, прямо с холодильника. Соль. Тоже буду есть. Оладушки напекла. Такие вкусные, уже три съела. Со сметанкой. Сметанка. Кофе. Сахар, не знаю сколько, 5 или 4. Не считаю быстро так. Ну, на всякий случай. И, конечно, ваша любимая сковородка. Вот она. Ваша любимая сковородка. 2 яйца мужских.
И каши немного гречневой. Хлеба нет сегодня. А это я жарила. От блинов осталось вот это. Ой, вот это от блинов. А вы, кто захочет покупать сковородку мою, ну, это я вымою. Так, ну что, пожрем? Меня смотрят только толстые, жирные, как я. Кто худые на диете, меня не смотрим. Такая пища вам нельзя, вас тошнить будет. А меня нет, у меня ничего, у меня в желудок все идет и выходит сразу. Погнали. Хватит жить как попало, будем как придется. Еда — это чудо у меня. Ну чё, телепузики? Ребят, дышать нечем. Вообще. Курица несется, слышите? Ой, жарко. Вот я вымыла, сейчас еще пойду. Такой теплой водой моюсь. Я летом всегда рано просыпаюсь, ребят. Ну, в 6 проснулась, лежала. Чего лежать? Вставать надо. Ничего не делал. Посуду только вымыла там чуть-чуть. А чего делать в жару? 3 татушечки. Ой, какая вкуснятина. Я яйца люблю, с меня текет. Без хлеба не буду хлеб. Ну, честно сказать, у меня хлеб закончился. Угу. Сейчас сегодня буду смотреть. Что-то еще мне в телеграме вон прислали. Нина Николаевна забыла написать. Но она мне так пришлет. Она... Ой, не могу, с меня текет жарко. Окна нараспашку. А чё толку? С утра солнце сюда, потом туда уходит. Да, мне не жирно, вам не знаю. Я это забываю, как их там. Обратно там Чучундра пишет. Насчет зубов. Да вам какая разница? Мне это нравится. Мне замуж не выходить. А если выйду, то мне муж Газпром поставит зубы. Да. Ой, девки, компот хорош, прям ледяной. И сахара нету, и он так по себе сладость дает. Ой, вот это да. Ну, естественно, я ее в бан. Ага, то ногти мне нельзя красить в таком возрасте. В каком моем возрасте? Мне 72 года.
А что, мы бабки не люди? Ты доживи до моих лет. Ага. Ну да, нельзя в моем возрасте ногти красить. Про зубы там. Естественно, я забанила. Пусть пишут, я баню. Ой, девки, невозможно. Без хлеба. О, сковородочка моя любимая. Вот так скрипсти тоже вкусно. Ой, жарко невозможно. Ой, вообще жара, ребят. Сейчас еще компот налью. Тильки, а в этом кинто Витценбургон, там настройки, как он в компот это, сметану. О, девки, жара. Три татушечки. Ну, холодильник уберу, чтобы еще ледяной был. Мне не сильно, вам не знаю. Ребят, приходите в гости. Ну, чё вы, я вам оладушки дам. Руки поднимайте, кто придет. Посчитать народу, чтобы по одной вам оставить. Да ладно, я напеку. Сметанка. Что, погнали? Ого, сейчас. Вот так беру. Жарко, ребят, беру вот так. Хотите кофе? Бесподобно. Здесь как вкусно. Съем я столько. Ой, девки, спасибо, ребят. Мои телепузики, мои сахарные заводы. Спасибо вам за подписку. Я, конечно, не ожидала. Ну, естественно, надо трэш делать. Я на самом деле другая. Буду трэш делать. Рыгать, пердеть. А что делать? Спасибо за подписку. Не могу. А какой кофе? Вы что, смеетесь? Пускай стоит. В холодильник поберу. Спасибо за подписку, мои телепузики. Вы у меня самые лучшие, сексуальные. Угу. Бомба. Не завтрак, а бомба у меня.
Мои ребятки, спасибо вам за подписку. Ладно, зайки. Мои телепузики, мои сахарные заводы. Ольга Валерьевна, жарко. А что я, хлеба нету, сало на это буду мазать. На пироги. Ой, так вкусно. Вкусно. Ой, как хорошо, ребят. Вообще хорошо. Ла-ла-ла-ла, чики-пуки. О. Вообще. А что, мне надо уши открыть? А что, мне уши замерзли? Ой, девки. Девки, кто бы знал бы. Это вообще ужас. Свинья. Не, ну рыгать это хорошо очень. Желудок работает. У меня, у вас не знаю. Ой, девки, невозможно. Сейчас разденусь, буду лежать в трусах в одних. Я жару терпеть не могу, ребят. Но все равно жара есть, от климата тоже зависит, правильно? Боже упаси. А еще одень и ляжки будут тереть. Ну хорошо, что я ляжки это одеваю. Длинные панталоны есть для других платьев, там для светлых. И это... Ой, господи. Девки. Да там мне телефон намыкает. А есть это... Короткие черные. Ой, ладно, ребят, давайте, все, наелись. Сейчас пойду кошкам дам вот это по одной. Там котята, котятам дам пирожка. Ну, три там кошка и два котенка. Три пирога пойду отнесу им. И кашу выложу им. Пускай едят. Да? Объелась. Это пироги пойду тоже на улицу. Ладно, давайте, до встречи в эфире в 7 часов сегодня. В 7 часов.